Привет, ребятки, мы продолжаем играть в Ведьмака. И это финальная, почти финальная миссия, осада Каэр Морхема. Дикая охота пытается поймать Цири, вытащить ее из крепости, но мы защищаемся. И как раз здесь тут у нас бомбит по дикой охоте. Раз, прежде чем я захочу разозлить Маригольд, лучше сразу дай мне по башке. Неплохо. Мы невидимые. Надо закрывать порталы. Волчьи ямы Роше. Все просто отлично. Отлично, если мы в них не упадем. А ведь еще бы чуть-чуть, мать их. Спокойно. Роше знает свое дело. Под нами не провалится. А вот под охотниками в полных доспехах. С гарантией. Ненавижу порталы. Мы с ними справимся, а не 24-го левела. Конечно, если я прокачался до 30-го и броню бы себе еще сделали, даже до 35-го уровня, конечно, было бы другое дело. Черт, нас спалили. Кстати, а давайте посмотрим, какую мазь можно использовать против дикой охоты. Я не уверен совершенно. Бестиарий. Дикая охота — это реликт или кто они? Ну, явно не реликт, а... За кого их? За проклятие? Не проклятие, конечно. Обры? Нет, явно нет. Духи и призраки? Нет, не уверен. Драконоиды, гибриды. Я не знаю, под какую категорию их можно считать. Ну, по-моему, не под какую тогда получается. Против них нет мази. Потому что они не магические существа. Если так говорить, они же не магические существа. Всадники дикой охоты. Они из другого измерения. Это, ну, я даже не знаю, как классифицировать, если вот спросите меня. Сера, если... Меч дикой охоты. А какой у них меч, мне интересно, по урону? Лучше, хуже того, что у меня есть. Меч воин дикой охоты. У меня лучше. Я крутой. Все, погнали. Дело сделано. Следующий. Бьем их. Зараза. Так круто, что мы теперь сражаемся вдвоем с ведьмаком. С другом. С которым у нас были определенные разногласия. Ну, все нормально. Увидели всех. Что дальше? Ну, иди сюда. Геральт, сюда! Почему я видимый? Смотри, они перестраиваются. Видишь командира? Это Имлерих. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с дикой охотой. Ах ты, сука, невидимость проходит. Что там с Маригольд? Зараза. Сейчас нам нужно огонь по позициям. Они, скорее всего, прорвались, поэтому она не может пальнуть. Тем временем, Каэр Морхем. Ты должна сидеть в крепости, Цири, а не... Ты должна была ждать внутри! Да, она сразится с ним, я тоже хочу трассу.
Я не могу все время прятаться. Я должна с ними сразиться. Назад! Немедленно! Нет. Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера! Давай к ней! Готов, минус один. Сири, осторожней! Магический снаряд, для вас магический снаряд, дай туда, где вы сейчас находитесь. Где выше дыровка. Держись, Трис! Сири! Вернись в крепость! Нет! Геральт дал сигнал! Готово, надо быть осторожнее, а то мне хп сняли. Я готова! Нужен еще сигнал. Еще больше. Нам не справиться. Геральт! Назад! Он еще жив. У него есть кожа? Посмотрите, у него под броней кожа. Все скелеты. Заклятие Йен слабее! Буран почти в крепости! Быстрее, Платон! Берегой нас прикроет! Не стоим! Да я-то что, стою на месте? Земля, сомневаюсь. Слишком простая смерть. Большой отряд подходит из леса. Надо запереть ворота, пока они не ворвались. Отрезать двор! Закрыть ворота! Закрыть ворота в крепость. Надо как-то подняться наверх. Ворота закрывай! Да ща! Закрывай ворота! Ладно! Черт! Ну, в проломе. Ламберт, не геройствуй! Геральт, мигом к Ламберту! Мне ласточкой спуститься. Как в Бэтмене, Бэтмен, у него есть плащ, на котором он может слететь. У Геральта плаща нет. Приходится спускаться. Вручную.
Надо отступать! Йеннифер слабее! Бежим! Надо отступать! Йеннифер слабее! Бежим за Ламбертом! Во внутренний двор! Берегись! Блин, как раньше, я помню, мы блокировали ворота так в первой части. Разрывы. Разве можно закрыть не только 2-3 бомбные знак Мерда? Отходим! К воротам и во двор! 28 уровень. Давайте воспользуемся уровнем. Вложимся в какие-нибудь полезные навыки, например, в быструю атаку. Блин, а время боя нельзя, вы издеваетесь? Нельзя во время боя менять ничего. Вот, как ты мог? Давай на место. Привет, отсюда, сучьи дети! Ёмок. Проверить выход на главный двор. Дескель, холера. Мы договаривались, что он откроет ворота. Они пока закрыты, значит... Он справится. А мы должны помочь Трис. Идем. Он портал так закрыл. Отходим! К воротам и вот вовремя! Хватит меня за с этими этими бомбами, а никто пока нет. Потому что порталы так закрываются, они временные. Уже большая резня у нас тут происходит. Мне нравится, офигеть. Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. Боюсь, в следующий раз у них получится. Что с Эскелем? Надо отходить! Он в беде! Я иду к нему! Помни про камень, который я тебе дала! Запомню. Эмерик. Ничья пока что. Видишь? Я тоже так умею. Нет, это не Эмерих, по-моему. Он их отзывает. По крайней мере, магу он отозвал.
время навигатора. Со скипетрами от навигатора нас, по-моему. Пять немножко солдата. Готово. Ты спасаешь мою задницу, а должна была сидеть в замке. Тогда кто бывает. Спасал бы твою задницу? Ваша отличная спасибо. Компания. Надо открыть им ворота. Надо открыть им ворота. Открываю. Эскель открыл ворота. Можно отходить. Отходим. Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Они проходят сквозь щели! Двимеритовые бомбы. В ящиках у стен есть еще. Геральт, держи! Я сотворю круг жизненной силы. Нужно закрыть порталы, иначе мы погибнем. Как гнусный же ты. Прорывай, чтобы закрыть порталы. Сейчас прорвемся, ребят. Не он не в тот портал бросал. Надо дождаться, пока он откроется. Этими бомбами запасы Весемира. Геральт! Я уже не могу их задержать! Они лезут под горки, славные ворота! Уже бегу! Помочь Трис! Помогаю! Этот ублюдок хочет прорваться сюда! Ребят, тяжелый бой. Он решил отморозить нам ворота. Интересно, что будет. Все, защиты нету.
Геральт! Где он? Надо... В этот раз ты от меня не уйдешь. Драться бесполезно, надо бежать. Беги! Она тебя не бросит. Вы, люди, так непрактичны. Сири! Нет! Телепортируйся. Я запрещаю! Где все? Где моя армия? Вечно ты никого не слушаешь. Нет, у нее есть план, я Мне уверен. Мне всегда это нравилось. Теперь беги! Интересно, что это было. Это помогло, но мне интересно, что это было. Thank you.
Я не успела ему помочь. Это не твоя вина. Я не должна была бежать в Каэр Морхен. Авалак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех. Жаль, что я не умею плакать. Ты спасла нас. Если бы не ты, мы были бы уже мертвы. Нет, Геральт. Если бы не я, Дикая Охота никогда не пришла бы в Каэр Морхен. Надо готовиться к погребению Весемира. Не вини себя. Ни один ведьмак не умер в своей постели. Ты не знаешь, как это, когда ради тебя умирают те, кого ты любишь. О, я знаю. Мы все знали, на что идем. Вернее, он знает. Да. И спасли меня. Только надолго ли? На неделю? На год? Мы спрячем тебя. Заметем следы. Нет. Хватит прятаться. Лафайль. Для тех, кто остался, смерть никогда не должна быть важнее жизни. Проститесь с другом. Когда закончите, соберемся на совет. А это был голос Леголаса. Поговори с Авалаком о том, что делать дальше. О чем думаешь? Не представляю. Каэр Морхен без Весемира. Я собираюсь спуститься в долину,
На следующую зиму подыщу себе другое место для зимовки. Это единственный дом, который у нас когда-либо был. Останься. Нет, Геральт. Это место уже давно мертво. Самое время с этим смириться. Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница. А пожилые люди только для того и живут, чтобы помогать молодым. Ты понимаешь, что это еще не конец? Понимаю. Что бы ты ни решил делать дальше, помни, что на Скеллиге ты всегда найдешь поддержку. У меня, у Краха, у его детей. Спасибо. Я буду об этом помнить. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне надо будет возвращаться. Я оставлю вам немного лекарств. Будь здоров, Мышавур. До встречи. Ну и как? Теперь я могу сказать, что видел на этом свете все. Я до сих пор не верю в то, что видела. Вы рисковали ради меня жизнью. Как я могу вас отблагодарить? Мы что-нибудь придумаем, правда? Обязательно. Хм. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться в Новиград на следующую войну. Если вдруг соскучишься, мы будем в лагере. Как здоровье? Прошу. Спасибо за все. Ну, конечно. Управляйся. Оставь меня в покое. Реально Геральт всем подходит, такой типа... Интервью, ребят. У меня микрофон в руках. Комментарии будут. У нас тут горит... Горит наш учитель. Комментарии, пожалуйста, как вы себя чувствуете. Это очень странно. Это все выглядит крайне странно. Примерно так же, как я это писал. И хочу заметить, мне кажется, наличие... То, что у меня были не все возможные помощники во время этого боя, по-моему, на результате сюжетном не сказалось. Как я понимаю, все это произошло бы в любом случае. А, ты? Жаль Весемира. Спасибо за помощь. Я отдавал долг. Ты сразу вернешься на Артскеллиг? Да, долг зовет. Послушай, Геральт, ведь у тебя приятель король. Не каждый может этим похвалиться. Если когда-нибудь тебе или Цири понадобится помощь, ворота Каэр-Трольды для вас открыты. Спасибо, я буду помнить. Ты не король, это ошибка в диалоге. Решил справиться, как я себя чувствую? Спасибо, могло быть и хуже. Это хорошо. Жаль мне Весемира. Я знаю, он был тебе близким другом. Спасибо. Был. Слушай, не хотелось бы мне вмешиваться между водкой и закуской. Не пойми меня плохо. Я вам помогу, что бы вы ни устроили. Но, по-моему, сейчас надо контратаковать. Надо отыскать дикую охоту и накрыть ее, как бык овцу. К сожалению, это не так просто. Нам будет трудно их найти, а они нас разыщут с легкостью. И застанут нас врасплох. Прости меня, Геральт, но это жалкий лепет человека, который не может прочухаться после удара судьбы. Напейся, проспись, а прежде всего возьми себя в руки и обдумай это дело. Обдумаю. Я согласен с Золтаном. Вперед! Контратака! Бьем их, я понимаю. Зирайль обладает великой силой. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто-то ее все-таки учил. Как видно, без успеха. У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зирайль, спрятать. И собрать более мощные силы. В Каэр-Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае следует попросить о помощи врагов. Лучшее оружие против дикой охоты – магия. Значит, нам нужны чародейки, мастера магии.
Ты имеешь в виду ложу? Ребята, я знаю. Продолжим в следующей серии. И, может, там будет финальный. Так что, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите. И до следующей серии, где мы узнаем уже развязку, если узнаем. И пока, до следующей серии, ребята. Я знаю, вам интересно, мне тоже, но... Но до следующей серии.